Пашин рюкзак. Зашкали. Отказывается. Меньше это килограмм 16-17. Отказывается? 18. О, 17 килограмм. Ничего. Ну, примерно то же самое. Молодец, Павло. 18. Понятно. Что там? Ну все. Канал Таежная Видель приветствует вас. Находимся в Токинско-Становом национальном парке. Группа ученых и наблюдателей собирается в 10-дневный поход пеший и собирает вещи, рюкзаки, продукты, постель, оборудование. Ну что, Слава, к походу готов? Осталось тапки. В этих тапочках? Конечно. Ага. Это старинная таежная обувь, не промокает. Понятно. По камням держит. А вообще ты одеваешь что? Если быстро убегать, то не мешает. Ясно. Вот такие вот рюкзаки. Ну-ка. И на плаву хорошо держит. Слава, приподними, пожалуйста. Этот я даже не берусь приподнять. Нет, приподними. Примерно сколько килограмм будет? Ну, в моем-то немного, а у Анатолича... А, в этот раз он легкий взял. Легче. Ну, килограмм ну, вот 28 это... так. Сейчас посмотрим. Оторвешь? Ну-ка. Есть, что там показывает? Не вижу, не вижу. Паша, выйди, пожалуйста. Включить сначала. Ну да, включить. Ой-ой. Сейчас сначала включим. Вот за это? Вот за это лучше, да, ну. Вот торец. Так. И... Смотри. Сразу скажу, я такие тяжелые не ношу. Что показывает? Пальцы болят. Не вижу. Не увидел? Да, там вот, вот этот мультик. А, на солнце светит. Да не, он что-то нет, отключается. А, батарейка почему-то отходит сзади. А, батарейка. Батарейка. Сейчас мы его еще раз. Я уже третий раз не подниму. Паша, возьми, ты подними за это. Нет, он не берет. Давай, Паш, ты попробуй. За петлю. Да вот, пытаюсь. В тень направь, а то не видно опять. Стаффер ничего не показывает. Наверное, не слишком показывает. Много. Я думаю, что он восьмерки какие-то показывает? По нулям должен. Ну. Не показывает? Вот, а может... Во, по нулям теперь показывает. Ответственно. О, пошло показывать. Сломали. Давай. Тяни. 28, да? 25 с чем-то. 25 килограмм. 25 и граммы. Ну понятно. Я еще на этот наступил. Ну я смотрю, за 30 пошло, а потом, когда сбросил ногу, 25 показал. Паша, неси свой. Взвешивать так взвешивать. Какие 25? 21, 22. Вот. 21. Понятно. 22. Нет, растет, остановились. Дешевле. Дополнительный груз. Сними еще. Вот у него 15 стоило. Сколько весит, Паша? Ну, меня стоил. 3400. 3400. А, примерно одинаково. Ну, лучше дешевле куплю, если он есть. А ваше ружье сколько? Сергей Анатольевич. 60. У него 3130. Ну, я когда? Ты когда покупал? А у меня 3110. Короче, по 25 рюкзаки и 5. Не, у меня не 25, у меня 21. Ну, по карманам рассобано. Я считаю, по 30 килограмм. Не. Да ну. 400 с оптикой. Оптика 400 грамм. И кронштейн. Вон еще рации всякие эти, ну, прибамбасы. Ну. Фотоаппараты. Ну. Все, к бою готовы. 10-дневная экспедиция нашего отряда в полном составе, в сопровождении Серого отправляются по маршруту. Пойдут вниз по Туксани, ну сколько пройдут, где там работать, ну где-то километров 12, они потом полезут на хребет. По Утук-Макиту постараются перевалить на Утук, проверят там. Должно быть интересное место. Мы будем тут на рации ждать их. Пожелаем удачи. Паво, аямат. Аракукан там.
Вам тоже удачи. Да, удачи всем. Оставаться. Слава! Давай. Аямат! Паво, давай. Передавай привет всем. Передам. О, и Денис с большим рюкзаком. Вот такая группа. Десант уходит. Потихоньку, молодцы, ровным шагом. Паша как истинный проводник. Молодцы, жгучая зависть. Люди уходят, посмотрят новые места, новые интересные встречи. Когда придут, я их еще раз постараюсь опросить. Паша уходит совсем, уходит в стадо. Они, где они разойдутся, ему еще там километров 20-25, наверное, идти. Ну, и он говорит, может, где-нибудь переночую. И дело привычное. Это люди-профессионалы с большим опытом. Сергей Анатольевич сколько лет уже работает? Ну, наверное, тоже лет 30 работает. Паша быстро взял темп. Оторвался. Да он уже был в 6 утра ушел. Он хотел дойти до конца, он нетерпеливо, он уже Дениса подгонял. Да, говорит ему, одевай сапоги. Я удивляюсь. Все, до встречи.